Всем добрый день. Привет, Тайсон. Ой, ты мой танцор. Я иду в магазин за хлебом, за молоком и за сахаром. Да, Тайсон? Ух ты какой. Ладно, идем. У нас сегодня подмораживает, кстати, на улице. Сходила в магазин, купила 2 булки белого, 2 килограмма сахара. Сахар у нас уже по 60 рублей. Литр кефира по 47 рублей и 3 литра молока по 37 рублей. Вот такие вот все у меня были покупки жизненно необходимые. Всем добрый день. Почистила картошку с морковкой. Сейчас буду варить суп. Да второе что-то на... сняла опять шторы, буду стирать. Вот так вот у меня начинается день. Если кому интересно, то оставайтесь. Натерла морковки, нарезала картошку и сделала такой обычный простой витаминный салат. Хотела с колбасой, но дети колбасу уже съели, поэтому без колбасы сделала. Ну так, перекусить чисто. Также поставила на суп мясо, хоть и помыла, все равно вода что-то потемнела. Там свинина, мякоть и косточка. И также поставила варить компотик. Вот так вот. Thank you.
Сварила компот из сухофруктов. Сварила кашу рисовую с желудочками и суп. Пишите дальше жалобы в опеку, что мои дети голодные сидят. Положила кашу с мясом остужать и суп. Сейчас остынет, будут кушать. Так, надо еще компот налить, да? Чтобы остывало. Ну, вот такой вот у нас ужин. Всем, кому нравится, ставьте лайки. И всем пока-пока.